Всем привет, люди! Сегодня, значит, пришел телефончик Sony Xperia Z6603. Здесь вот мы видим на базе. GSM, все дела. Давайте. Сейчас посмотрим, что у нас в коробочке приехало. Коробочка, кстати, пришла запечатанная в пленочку. Я уже просто распаковал. Внутри здесь так не густо. Мануал лежит, USB кабель, ну и зарядка. Вот сам телефончик. Телефон, конечно, классный. Такой. Красивый телефон, конечно. Мне понравился. Здесь есть отверстие под док-станцию. Вот, через док-станцию. Тут кнопочки. Так, сейчас попробуем его включить. Вот, посмотрите. Что у нас там? Внутри. Ну да, конечно, классный телефон вообще. Шикарно смотрится тут. Отлично. Конечно, круто. Заставочка стандартная у нас тут. Так, ну уже тут. Ничего себе. Только загрузился, уже даже не тупит. Отлично вообще. Android 4.2.2, модель C66.03. Все равно. Вот такой вот телефончик. Я еще, значит, там сниму видео и фото с ним, в общем, и посмотрим. И будем посмотреть, как качество. Вот. Ну, а так телефон, в принципе, по 12-бальной шкале 12 баллов, да. Дизайн, конечно, супер. Качество сборки отлично, вообще ничего не будет, никаких намеков даже на какие-то там недоделки и так далее. То есть все плотненько, все красиво. Сам телефон работает отлично. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.